Количество пострадавших от укусов клещей растет. С начала марта в области уже зафиксировано 178 случаев. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, такую активность насекомых уже можно назвать повышенной. 64 укуса произошло в Кирове, из них 21 в районе Коминтерна и Макарьевского кладбища. Остальные подхватили клещей за пределами города. При этом в парках и зеленых зонах Кирова пока не отмечено ни одного укуса. Уже около 46 гектаров территории обработан от клещей. Работа будет продолжена.